Бюджет Самарской области подрос на 1 миллиард 10 миллионов рублей. Деньги поступили из федеральной казны. Поправки в главный финансовый документ области приняли депутаты губернской думы. 927 миллионов рублей пойдут на создание комфортной городской среды, благоустройство скверов, парков, дворов, ремонт проездов, установку игровых и спортивных комплексов. В этом году в Самаре таких дворов будет около 160. Кроме того, средства выделят из областной казны и бюджетов муниципалитетов. Проект долгосрочный, рассчитан до 2022 года. Я думаю, вот до 2022 года, объединяя усилия бюджета, федерального бюджета, областного, муниципальных образований, нам удастся очень многое сделать. Деньги будут выделяться только после того, когда будут решения именно собраний жителей многоквартирного дома, и они утвердят проект. Проект преобразования, проект реконструкции, благоустройства двора. Одобрение парламентариев получил и законопроект об ограничении движения крупногабаритных грузовиков по Самаре. Въезд в город фурам будет запрещен с 6 утра до 22 часов. Во многом это связано с ремонтом большого количества дорог, и запрет на большегрузы снизит количество пробок. Исключение сделают для машин аварийных и спасательных служб, транспорта, который задействован в дорожном строительстве, подготовке к чемпионату мира по футболу, перевозке бетона и отходов. Кроме того, в повестке был отчет о результатах работы правительства региона в 2016 году. По основным направлениям социально-экономического развития регион, несмотря на непростую обстановку в экономике, идет вперед. Уровень безработицы в Самарской области один из самых низких в России. Растет количество многодетных семей, их уже почти 23 тысячи. Большое внимание правительство Самарской области уделяло вопросам поддержки семей с детьми по охране материнства и детства. В прошлом году на эти цели направлено почти 5,5 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем в 2015 году. Депутаты отметили хорошую работу правительства по строительству спортивных комплексов и спортплощадок в регионе, а также по ремонту дорог. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.